других турнирах. Посмотрите, из последних четырех матчей Уругвайцы выигрывали после первого тайма, и, собственно, там Аргентина ушла. На копия над Парагваем была в 15-м. 6-1 они выиграли, Месси его выходом со своей половины поля пока, потому что действительно очень подвижный прессинг, нарушение правил. Двух голов, по-моему, да, в первом матче против Уругвайцев. Да, вот так. Перед этим Кубком Америки, хорошо, что он вообще в состав попал, да? Да. И даже, может, иногда намеренно. И Лазарета Манчестер Сити да. В сезоне, к сожалению. Ну, а это Папу Гомес, между прочим. Прием мяча достаточно далеко. Отпустил мяч, что за подарки? Агуэ! Он не подумал, Перис, что там будет ждать Кун. Вот дать ему момент. А, ну да, что да, это? И дали. Нет, но он, да, он, кстати, очень хорошо подкрастил Кун, хотя, действительно, непонятно, что здесь два парагвайских защитника. Доброс вперед в направлении Аволоса, и на нем нарушают правила. Что на самом деле? Нет. Навес в штрафную нас ожидает. Планер такой. Уругвайцы, кстати сказать. Ох, ой, какой момент. Гол. 1-0 Арбелл. Себе, может быть, зря, кстати. Совершенно точно 1-0. Да, и это потому, что Агуэро в положении вне игры. Тогда бы остался и Папу Гомес в офсайде. И он, кстати, частенько справа оказывается, но правец ему уже там скоро 34 будет, ну не скоро, правда, зимой. А не, да, Эдуардо ну да, но на самом деле... Спинули, подача в штрафную аргентинцев, но это подобие удара. Федерации в пятером получили по 30 тысяч на человека штрафного. Правильно сделал. Ну, наверное, все-таки за штрафной на Агуэро фалили. Желтая. Не буду называть его именем. И никого на поле нет, только вот стоят несколько стенок. И, наверное, этот мяч стал бы добычей вратаря. Стояло три таких, да. И три таких. Одиночные пикеты тоже были. Эльмирон ближе к центру, получается, наоборот. Так, бровки, и оттуда атаковать, ну, в силу различных конфигураций в